Это песня Гаврила Космонат. Вы догадались? Сюда идет о летчике. Вероятность о космонавте. Ну, летает, главное. Гаврилу в космос опустили, Гаврила космонавтом стал. Но запустили и забыли, и он сигналы подавал. Уже 2 года я летаю, стучал, Гаврила сам не свой. Я в ваши игры не играю, короче, я хочу домой. Никто Гавриле не ответил, никто ему не отстучал. Живой Гаврила на том свете, как ангел по небу летал. Какая гнусная проделка, вы слишком далеко зашли. Я вам не стрелка и не белка, а я Гаврила, сын земли. Жена, я жене пошла речь, побыстрее можно. Жена инстанции бомбила, верните детям их отца. Ведь я Гавриле говорила, что не найдешь потом конца. Вот так и есть, никто не знает, никто ответа не дает. Уж 8 лет, как он летает, а где, сам черт не разберет. Я обе ноги истоптала, в Москве до главного дошла. Но только нервы истрепала, и кажется, верно, с ума сошла. Верхушки мы не интересны, Гаврила в небе озверел. Ведь человек пустое место, таков в России беспредел. Это можно в 2 раза повторить. Ведь человек пустое место, таков в России беспредел. Это же квинтэссенция. Ну да. И конец, как всегда, простой. Жена Гаврилою гордится, а воспаленный мозг бубнит. Он беспосадочная птица, мой муж архангел Гаврил. Нашему орнитологу сегодня...